Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня нам с вами предстоит совершить несколько не совсем обычных путешествий. Первое наше путешествие связано с легендарным крейсером «Аврора». Все знают «Аврору», все знают о той роли, которую этот крейсер сыграл в октябрьских событиях 1917 года. Но мы подумали, что, может быть, не все хорошо знают тонкости и нюансы биографии, славной биографии этого крейсера. Вот об этом мы сегодня вам и хотим рассказать, так что это будет путешествие и в историю, и в сегодняшний день. Для того, чтобы сделать это квалифицированно, мы пригласили к нам в студию заместителя командира крейсера, капитана второго ранга Григория Леонтьевича Мизина. Григорий Леонтьевич, первый вопрос к вам вот какой. Аврора, богиня утренней зари. Откуда же вдруг взялось это название и почему оно было присвоено военному кораблю? По древнегреческой мифологии Аврора – богиня утренней зари, да, приносящая свет людям. Это глубоко символичное имя для нынешней легендарной революционной Авроры. Издавна в русском флоте, а ныне в советском флоте, существует традиция. Имена кораблей, которые отжили свой боевой срок, передавать вновь строящимся кораблям, которые бороздят моря и океаны. Здесь, в городе, заложенном Петром I, родились три сестры-красавицы – Аврора, Диана и Паллада. Паллада – это фрегат, странствия которого описаны великим русским писателем Гончаровым. Диана – это шлюп, на котором совершил кругосветное плавание Василий Головнин. Третья сестра – фрегат «Аврора». Все три корабля были заложены в одно время на Охтинской верфи. Построен фрегат был в 1835 году. Впоследствии многие прославленные флотоводцы бороздили морские просторы под парусами «Авроры». 9 лет прослужил на фрегате «Невельской», проходил на нем службу «Элитки». В 1853 году «Аврора» была послана на Дальний Восток, чтобы сменить там фрегат «Палладу». Для этого кораблю нужно было совершить почти кругосветное плавание и совершить поход через два океана, Атлантический и Тихий. Кронштадт. Сколько кораблей русского флота отправлялись отсюда, чтобы добыть себе славу на века? 21 марта 1853 года тут был поднят якорь «Авроры», и фрегат отправился в поход. Первая стоянка. Англия, город Портсмут. Далее был пересечен океан, и корабль стал на стоянку в Рио-де-Жанейро. Следующий отрезок пути особенно сложен. Нужно было пройти мимо мыса Горн, Магеллановым проливом. В
фрегату удалось миновать эти места, ставшие гибельными для многих судов. Но команда была так измучена, что пришлось бросить якорь. Местом незапланированной стоянки стал перуанский город, расположенный недалеко от экватора. Это были годы Крымской кампании. Стоянка была необходима и фрегату, и команде. Но обнаружилось, что в порту находится несколько вражеских кораблей. Назревал конфликт. Быстро были приобретены продукты и пресная вода, погружены на борт, и фрегат отправился в дальнейшее плавание. Теперь предстояло переправиться через Тихий океан и, не заходя ни в какие порты, добраться до места назначения, то есть до Петропавловска на Камчатке. И команда корабля выполнила задание. Сегодня корабли, оснащенные современной техникой, проходят подобными маршрутами сравнительно легко, но для парусного фрегата подобное странствие было нелегким испытанием. Достаточно сказать, что путешествие длилось 212 дней. 13 человек погибло во время плавания. Когда фрегат достиг Петропавловска на Камчатке, около 150 членов экипажа были больны цингой. Семнадцать лет прослужил русскому флоту, бороздя волны Тихого океана, 56-пушечный фрегат. Он входил в состав дальневосточной эскадры, а в 1871 году, отсалютовав на прощание дальневосточным берегам, корабль отправился домой. Крымская кампания кончилась, и теперь фрегат мог идти более легким маршрутом. Обогнув мыс Доброй Надежды, «Аврора» возвратилась в Кронштадт. И вот этот корабль отслужил свой срок, а в это время закладывался крейсер, которому было передано имя фрегата «Аврора». Григорий Леонидович, теперь хотелось бы, чтобы вы немножечко подробнее рассказали вот об истории нынешнего крейсера, начиная буквально с момента строительства его. Крейсер «Аврора» закладывался на судоверфи «Новое Адмиралтейство» 23 мая 1897 года. Крейсер первого ранга. Строился он русским опытным инженером-кораблестроителем Константином Михайловичем Токаревским. Крейсер «Аврора» имеет длину 126,8 метра с подводным тараном. Наибольшая ширина по мигелю 16,8 метра. Подводная осадка 6,4 метра. Крейсер трехпалубный. Котельная, паровые машины и артиллерийские погреба защищала броневая палуба, выполнена в виде панциря черепахи толщиной от 50 до 70 миллиметров. Поэтому во всех сражениях и боях сердце корабля не страдало от вражеских снарядов. Крейсер «Аврора» имеет скорость максимальную 20 узлов и мог осуществлять длительный поход, автономный поход, около 4000 миль. Так что вот для того времени это, в общем, было... Да, крейсер представлял грозную силу в сражении с противниками на морях. И связь ведь была на корабле еще там? Да, в отношении связи я должен сказать следующее. Радиорубка, которая имеется на корабле,
она историческая, прежде всего с точки зрения того, что в ее оборудовании принимал участие в 1903 году изобретатель радио Александр Сергеевич Попов. 26 июля 1903 года крейсер «Аврора» вошел в состав флота России. 6 лет его строили. 6 лет строили, затратили 7 миллионов рублей на строительство по тому времени. И первый поход крейсер «Аврора» осуществил в сторону Владивостока. И затем принял участие в Цусимской битве. Крейсер прошел вокруг Европы и Африки по Атлантическому и Индийскому океанам. Протяженность пути 18 305 миль. На крейсере было установлено 40 орудий различных калибров. Из них 8 орудий 152 мм калибра, 24 75 и 8 37 мм калибра. Команда «Авроры» состояла из 570 человек. В состав команды входило 20 офицеров. Корпус корабля выполнен из корабельной стали. Толщина бортовой стали 12 мм. Толщина палубной стали 15 мм. Подводная часть корабля обшита тиковым деревом. Тиковое дерево выделяет смолистое вещество, которое устраняет коррозию металла, не дает ему ржаветь. И сверху... То есть по металлу еще деревянная? Деревянная такая оболочка. И затем тиковое дерево обвивается латунными щелестами. Ну, крейсер «Аврора» имел возможность принять на борт около 1000 тонн угля. Это почти целый состав. 600 тонн питьевой воды. Вода хранилась в 17 цистернах. Первый бой едва не стал последним для нового крейсера. Вражеский снаряд перебил броневой кабель к электрическому управлению рулем. Корабль потерял управление и по существу превратился в беззащитную мишень. Здесь команда проявила стойкость, мужество и героизм. Thank you.
Бой, разгоревшийся утром, продолжал вестись до вечера. На мостике среди светящих осколков, в адской жаре и духоте, плотно задраенного машинного отделения, в кочегарках, всюду авроровцы действовали решительно и самоотверженно. Возможность проявить свое мужество еще раз предоставилась русским морякам в 1908 году. Тогда, в декабре, несколько русских кораблей стояли на рейде у итальянского города Мессины. Декабря произошло землетрясение. Город подвергся страшному разрушению, и многие жители стали жертвами этого стихийного бедствия. В спасении людей самое активное участие приняли русские моряки. Впоследствии муниципалитет вручил морякам «Авроры» золотую медаль. «Мы видели их», – писалось в итальянской газете, бросавшихся, не щадя своей жизни, в самые опасные места, чтобы без лишних слов спасать жизни других. Вечны и наша благодарность, и наша признательность к тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя нам на помощь. Ну и, наконец, всем хорошо известна роль «Авроры» в событиях, октябрьских событиях 1917 года. И это, по сути дела, явилось вторым рождением корабля. Став под знамена революции, авроровцы единодушно выступили против Временного правительства. По приказу Военно-революционного комитета, созданного по предложению Центрального комитета большевистской партии при Петроградском совете, в ночь на 25 октября 1917 года судовой комитет вывел крейсер на боевую позицию к Николаевскому мосту, ныне мост лейтенанта Шмидта. Вместе с моряками 2-го Балтийского флотского экипажа авроровцы захватили мост и обеспечили продвижение революционных отрядов к центру города. В первый день Октябрьского вооруженного восстания радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание гражданам России о свержении Временного правительства. Вечером того же дня «Аврора» произвела исторический выстрел, послуживший сигналом к началу штурму Зимнего дворца. Первое после Великого Октября зарубежные плавания в 1924 году были отправлены суда «Аврора» и «Комсомолец». Впервые военно-морской флаг Советского Союза реял над чужими морями. Корабли прошли за 45 суток
около 6000 миль. Их путь лежал через Скандинавию с заходом в несколько норвежских портов. А в городе Берген на палубу корабля поднялась советский полпред в Норвегии Калантай. Сделанная ею запись тоже сохранилась в книге. Начало Великой Отечественной войны застало крейсер «Аврору» в порту Ораниенбаум, ныне город Ломоносов. Орудия со корабля были сняты. Они вместе с командой были отправлены на фронт. Большая часть из них была расположена на Пулковских высотах и одно из них на бронепоезде «Балтиец». Орудия «Авроры» беспощадно громили фашистских захватчиков. По окончании войны крейсер покинул Ораниенбаум, и на нем были развернуты ремонтные работы. Пробоины были заделаны. И в ноябре 1948 года крейсер поднялся вверх по Неве и стал у гранитной набережной Большой Невки напротив Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. А с 1956 года на корабле был открыт музей. С тех пор на «Авроре» побывало свыше 18 миллионов человек. В том числе около 2 миллионов гостей из 154 стран мира. Большую работу проводят и ветераны-авроровцы. Они активно принимают участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Их часто можно видеть в школах, воинских частях, на предприятиях и в сельской местности, где они рассказывают об истории легендарного корабля, о его традициях и сегодняшнем дне.
флотскую вахту на крейсере «Революции» ныне несут представители молодого поколения советских моряков. Это авроровцы 80-х годов, достойные наследники своих дедов, отцов, старших братьев, которым выпала честь оберегать и умножать славу и традиции нашего флота. И каждый авроровец дорожит этим высоким доверием, стремится оправдать его. Совет министров СССР принял решение о реставрации и ремонте крейсера «Аврора». Необходимость этого вызвана тем, что кораблю «Революции» более 80 лет. Для военного корабля такой срок значителен, тем более, что «Аврора» – участница четырех войн. 18 августа крейсер «Аврора» совершил поход на Ленинградский судостроительный завод имени Жданова, который ведет в настоящее время ремонтно-реставрационные работы. К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции крейсер «Аврора» уйдет с завода на место вечной стоянки, обновленной, какой она была в октябрьские дни 1917 года. Когда же мы увидим «Аврору» вновь на привычном уже для нас, для всех месте у Петроградской набережной напротив Нахимовского училища? Ремонтно-восстановительные работы предполагается завершить в 1987 году. И к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции вновь будет открыт доступ на борт легендарного крейсера. Ветром соленым дышат просторы, молнии прескают над грозовой. Что тебе снится, крейсер «Аврора»? В час, когда утро встает над него. Мы продолжаем путешествие по нашей стране, и сейчас нам предстоит с вами побывать в Архангельской области, в Туве и на Камчатке. И эти три путешествия будут созвучны с первым, поскольку речь пойдет о памятниках. Лишь только сейчас мы обратимся к памятникам культуры. И путеводителем нашим в этом путешествии будет песня. К нам в гости сегодня пришел журналист Александр Сергеевич Миловский. Александр Сергеевич, вот я читал ваши публикации в «Советской культуре» и в журнале «Вокруг света», да и книг вы немало написали. Я, откровенно говоря, до того, как мы с вами встретились, думал, что вы либо этнограф, либо искусствовед. Почему вот вы, журналист, взяли для себя вот такую тему? Тему народного искусства? Да. Ну, знаете, с одной стороны, это произошло для меня неожиданно. Неожиданно, потому что до этого действительно я занимался другими темами, но журналистская работа связана с командировками, поездками, экспедициями. И вот в один прекрасный день в мою журналистскую обычную практику вошло народное искусство. Ни Палех, ни Мстера, известные всем промыслы, а 90-летний седой старичок на берегу северной архангельской русской реки Мизени. И, наверное, тогда я и заболел этой темой. Угу. Сначала было удивление. А как звали его? Его звали Дед Мартын. Мартын Филиппович Фатьянов, известный на Мизени балагур, охотник. И, наверное, лучший в нашей стране мастер берестяных поделок. Его туеса были на выставках в Москве, и в Америке, и в Японии.
Так вот, сначала было удивление. Потом пришло восхищение. Потом пришло такое непреодолимое желание продолжать взяться за эту тему, искать новых людей. Потому что каждый человек, который является незаурядным мастером, это всегда человек и необычной судьбы, и удивительных человеческих качеств. Безусловно. Вот. Я заметил, что я ищу встречи с ними, и, вернувшись в Москву, уже снова жду следующей командировки. Пришел такой самостоятельный поиск с помощью местных и краеведов, и местных, может быть, газет, музейных работников. Стал искать новых мастеров, новые места бытования малоизвестных видов народного искусства по всей стране, и в России, и в других республиках. И стал входить, что ли, в этот мир народного искусства. И тут, вы знаете, возникло одновременно с радостью открытие какого-то нового такого человека, нового, возрожденного порой к жизни, забытого ремесла, скажем, русского изразца в Ярославле, деревянных необычайной красоты витражей в Шики, в Азербайджане и многих других, появилось беспокойство. Я вдруг стал обнаруживать, что часто найденный мной вот этот вид искусства, этот корешок, который связывает нас с культурой ушедших поколений, он очень тонок и держится усилиями одного-двух престарелых людей. И не дай бог оборвется. И тогда, наряду с этой радостью, появилось беспокойство. И желание помочь. И как-то сохранить. Как-то сохранить это, да. Но мне кажется, что это очень важная тема. Вот мне приходилось бывать, скажем, и в Палихе, и в Абрамцево. И я всюду видел молодежь. Молодежь стремится познать это, и молодежь стремится быть непосредственными участниками вот, и продолжателями дела старинных русских мастеров. Лишь только, может быть, нужно более широко это пропагандировать, чтобы больше людей об этом знали. Но наше первое путешествие в Архангельскую область сегодня. Русский север. Это край во всех отношениях совершенно исключительный. Совершенно верно. И в частности, и даже в большей степени, может быть, в особенности в отношении народного искусства, народной музыки, да, народной песни. Этот край действительно сейчас многие, и этнографы, и искусствоведы, и фольклористы называют и по праву настоящим заповедником русской древней русской культуры, причем крестьянской культуры. Край этот особый потому, что население его сложилось главным образом из людей, энергичных, охотников, которые осваивали новые земли, выходцев из Новгородской республики. Затем сюда стекался, бежал люд от церковных гонений, от крепостного гнета. Это были люди мужественные, сильные, образованные, начитанные. Мы знаем, что в 17 веке русский крестьянин на севере читал латинские переводы. Эти люди несли с собой народное искусство, несли с собой традиции, несли с собой песню, которая станет сегодня компасом нашего путешествия. Вы спрашиваете, в чем моя песня? Вот приезжайте, да посмотрите. Стучит плотницкий топор над северной тайгой, плывут в морозном небе церковные главки, приветливо улыбаются резные оконные наличники. Многолика народная песня. Звучит она богатыми переливами над северной Двиной и Пинигой, над Мизенью и Печорой. И радость приумножит, и горе поможет пережить. Собрались подруги на репетицию в Мизенском селе. Наряжаются, румянятся, к свадьбе готовятся. Из старинных сундуков шали расписные, сарафаны атласные достали, еще от бабушек сохранившиеся. Когда-то ведь и невест выбирали по одежде. Опрятно да нарядно,
мастерица в доме будет. Старинные свадебные песни, тут все, и мелодии, и слова веками выверены. Тут свой, особый лад. Другое дело частушка. А какое праздничное застолье обойдется в русском селе без этого задорного, задиристого песенного жанра? На то и частушка, чтоб душу отвести и удаль показать. Русской народной песни, музыкального фольклора, традиции богатейшие, да без них и невозможна была бы музыкальная культура нашего времени. Ведь именно в России связь композиторов с народным творчеством была особенно тесной и плодотворной. Основоположник отечественной классической музыки Глинка даже говорил: «Музыку создаем не мы, создает народ. Мы только записываем и аранжируем». Эти слова в равной мере могли принадлежать и Доргомышскому, и Мусоргскому, и Римскому Корсакову, и Чайковскому. Из народных сказок и былин пришли в оперу и балет «Золушка» и «Снегурочка», «Садко» и «Лель». А пастушьи рожки и свирели, гусли и гудки превратились со временем в гобои и флейты, арфы и валторны, скрипки и виолончели. Древние культурные традиции отнюдь не отслужили свое. Они сегодня и завтра будут чистым родником питать нашу духовную жизнь. Недаром же интерес к фольклору, народному искусству, самим исполнителям и мастерам, их творчеству, проблемам неуклонно растет. Альбомы, книги, пластинки быстро расходятся. Мы теперь с радостью проводим свои отпуска и каникулы в далеких старинных городках и селениях, чтобы полюбоваться народной архитектурой, послушать народные песни, познакомиться с нынешними продолжателями древних художественных традиций, промыслов, ремесел. А за подарком родным и друзьям все чаще отправляемся в художественный салон, где можно приобрести произведения народных мастеров. Что это? Ностальгия по ушедшему укладу жизни? Или, быть может, просто дань модному увлечению? Мне кажется, ни то, ни другое. А естественное в наш рациональный промышленный век стремление, даже потребность прикоснуться к волшебному, простодушно наивному и утерянному вместе с детством миру сказки, в котором живут образы народного искусства, персонажи народной песни, где чудесная самопрялка придет спускающаяся с неба
золотые и серебряные нити, а заря ткет из них свою чудную розовую пелену. Без крыльев птица не летает, без песен народ не живет. Чум обогревается теплом очага, а душа человека – песней и сказкой, гласят тафаларские пословицы. А народный сказитель этого крайне малочисленного сибирского народа Баканаев говорил: «Не будь песен и сказаний, наше маленькое племя вымерло бы давно». И сказано это не для красного словца. Ведь в самом деле в народной песне отразились героическая история народа, его повседневная жизнь с радостями и заботами, его сокровенные думы и мечты о счастье. Недаром же говорят, что песня – это душа народа, зеркало его жизни и быта. Чтобы вновь заглянуть в это зеркало, с берегов северных русских рек, из исконного песенного края, мы перенеслись за многие тысячи километров в верховье Енисея, в Саяны, в маленькую Туву, интересную для путешественников еще и тем, что расположена она точно в географическом центре Евразийского континента. Тувинцы – народ необычайно яркой и своеобразной музыкальной культуры. Вот, к примеру, хамус – небольшой инструмент, в котором роль голосовых связок выполняет тонкая металлическая вибрирующая пластинка. Существует здесь и совершенно особый вокальный жанр народной музыки – так называемое горловое пение, своеобразный вид сольного двуголосия. Он известен и у некоторых других народов – монголов, хакасов, башкир, алтайцев. Но наибольшее развитие получил именно в этом горном крае. Lloyd.
еще идет по тоннерой. Льется непривычный звук, почти не отражаясь на мимике, артикуляции исполнителя. В чем же особенность горлового пения? Наши голосовые связки издают звук, состоящий из нескольких обертонов. Певец же, благодаря очень сложной традиционной системе тренировок с помощью комплекса горловых мышц, выделяет один из верхних обертонов и как бы выводит им мелодию. И горловое пение, и игра на хомусе чрезвычайно популярны в народе и собирают немало слушателей. А на специальных состязаниях выявляются исполнители-виртуозы, пользующиеся затем всеобщим уважением. Впитанная с детства народная музыкальная культура помогает юным тувинцам уверенно себя чувствовать и на уроках в современной музыкальной школе. Наше путешествие за песней продолжается. Еще один дальний перелет, на этот раз к восточным пределам нашей Родины. Из горных круч Саян мы попадаем на просторы Камчатской тундры. Народная песня сопровождает порой и скорбь, но почти всегда она связана с праздником. Да и какой же в самом деле праздник без песни? Так думают и корякские охотники, рыболовы и оленеводы, каждый год глубокой осенью собирающиеся на свой традиционный праздник Хололо. Давно прошла лососевая путина, подледный лов на ваге еще не наступил, еще не так хорош мех у пушного зверя, да и на нартах в тундру не поедешь, снега маловато. В это межсезонное время и звучит на Камчатском севере радостно призывное слово «Хололо». Хололо!
Центральный и самый азартный момент праздника – раскручивание с помощью ремня из тюленьей шкуры своеобразного пропеллера «Телле-Телла», который выстругивается из цельного куска дерева и состоит из двух лопастей. Вся хитрость состоит в том, чтобы успеть, когда жужжащий пропеллер перетрет ремень, отхватить от ремня острым ножом кусок побольше. Понятно, что самому сильному и ловкому будет способствовать удаче на охоте. Не беда, что прошла путина, что рано еще идти на охоту и ловлю рыбы, и выснеживание нерпы, и меткий бросок аркана на оленьи рога. Все может изобразить корякский танец под звуки песен, бубнов, колокольчиков, посвятить во все тайны нелегкого быта камчедалов. Взмахи женских рук подскажут, как шьются из оленьего меха теплые кухлянки, поднятые глазам ладони поведают, как ожидают волнения жены своих мужей, отправившихся на опасный промысел в море. Бурный радостный всплеск мужского танца ознаменует победу над зверем и обилие пищи в родной Яранге. Высок накал праздника, но традиционное старинное блюдо тылк-тылом, в которое входит толченая красная икра, нерпичий жир, особые корешки и тундровая ягода, обладают тонизирующим действием, и, подкрепившись им, можно без устали танцевать часами. Мелькают алые бусы, сверкает на темной замше бисер, качаются в такт маски из красной ольхи. Охотники и рыболовы Камчатки празднуют хололо. Как хорошо понимаешь на этом празднике, сколь прав был замечательный знаток отечественной старины Снегирев. Еще в прошлом веке он писал, что народные праздники служат одним из обильнейших источников познания жизни народа, выражая в себе древний его быт, климат страны, понятия об астрономии, естествоведении, нравственности, его историю и поэзию. Они связаны теснейшим союзом с его преданиями и сказаниями, с колыбельными песнями его младенчества, которым сердце невольно обращается во все возрасты человечества. Нигде с такой полнотой и свободой не раскрывается личность народа, как в праздниках. Нигде не сближаются так люди душою и сердцем. Там частное делается общим. Прошедшее и будущее обращаются в радостное настоящее. Там любимый простор уму и разгул душе. Как поэзия жизни народной, они сливаются с символами и насказаниями, песней и пляской, языком души и сердца для всех понятным. Древние праздники народа остались от древнего его быта, как отечественные обычаи, обратившиеся в игру его жизни. Сейчас мы летали, видел тундру, это моя тундра, видел Камчатку, это моя Камчатка, видел страну, это моя страна. Теперь угадай, о чем моя песня? Моя край, моя Камчатка! Thank you.
Большое вам спасибо, Александр Сергеевич, за то, что вы к нам сегодня пришли и так интересно и увлеченно рассказали. Ну, а на этом, дорогие товарищи, наши сегодняшние путешествия закончены. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До следующих встреч.